Приветствую всех славян и флексеров на этом канале. Меня зовут Артур, и мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. В предыдущей серии мы вызволили одного из персонажей нашей банды по имени Шон из лап федералов, ну, или их посредников, а именно охотников за головами. И в конце серии на нас объявили розыск, удалось благополучно свалить. И вот, вот я здесь, любуюсь видами на границе. Ага, то есть я на территории. То есть это другой штат получается. Видим здесь какого-то незнакомца, который ждет момента, когда мы к нему подойдем и начнем светскую беседу, а может и не светскую. Сейчас посмотрим, что будет. Опа, фотограф. Ну привет, дружок, пирожок. Hello, mister. Oh. Hello. Quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Well, that's what I want to be my thing. If I have to take another picture. Of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes. Not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake Opa. Me for lunch. Oh! Good heavens! My bag! That thing is robbing me! Go! Ты чё, нет? Неужели гнаться? That thing is a coyote. Sneaky one, too. Бля. Сейчас буду бегать с этим сраным койотом, серьезно. Кажется, Артур выдохнет сейчас моментально. Я думаю, шкурка нам не повредит, ребят. Нет уж, друг. Нихрена живучий, 5 плюх из револьвера? Серьезно? Ах ты жопа такая. А чё я не могу его... Я думал он... Нихрена себе, слушай, в реале койот бы не выдержал 5 пуль из револьвера. Это что-то за гранью фантастики. И самое обидное, что койота нельзя... Нет с него кожевенные шмотки, ну вы поняли. Почему? Ну ладно, мы еще поймаем койотов как-нибудь. Я так думаю. Еще успеем. Well. Got your... Oh, thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. Can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Hold. Okay, girl. Вот тебе и фотограф. Как их называют? Натуралисты или... В общем... Хорошо, что койот прибежал. А если бы какая-нибудь медвежатина или стая волков? О, вот это было бы весело. Так, что у нас тут? Койот? Давайте посмотрим, можно ли его... Расчленить, снять шкуру.
Если она будет в каком-то состоянии, вменяемом, хотя я в этом сомневаюсь, то ее можно будет продать охотнику. У него ехать далековато. Ну блин, он скриптовый. Ёлы-палы. Ну что ж, значит, едем к усатому чмошнику. Посмотрим, что интересного будет. Давай, давай. А тут проехать можно как-то, нет? Или... Ух, какая красотища. Какие-то звуки странные. Или мне послышалось? А, давай, 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 давай. Ой, лошадь. Отлично, давай, 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 давай. Там что-то мутится? Это что такое? Мистер, help! Hey, shut up! Get out of here! О, кажется, мы кого-то спасли. Я так сразу понял, что они грабители. You all right there? Ain't gonna harm you anymore. Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You done me a service. Word of advice? You see anyone I could be in O'Driscoll? Head the other way. I'm sorry. Hey, look. The stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. It ain't stealing if it's already stolen. Есть только одно маленькое но. Я почему-то не могу открыть замок. А! Что? Ой, я думал, меня затоптал. Так, знаете что? Я думаю, мы сейчас его разобьем. О! О, потрошки. Пригодится, можно так пару десятков баксов сэкономить. Тут деньжат, конечно, нет, жалко. Ладно, пойдет и так. Хоть как по ПСу. Кстати, ребят! А вам не кажется, что этот дилижанс выглядит очень недурно? Я думаю, его стоит отогнать Шеймусу. За это карму нам не скинут. Так что мы его забираем. Отлично. Прям под вечер приехали. Надеюсь, он того стоил. Don't spend it all at once. See you again soon. Что? $25? Сука, ах ты ханжа хренова. Я полкарты проехал ради этого дилижанса. Ох, сволочь! Я даже лошадь свою там оставил. А, моя лошадь, вон она, ёпта. Она тут телепортнулась. Просто я одну лошадь оставил, другую подозвал. Окей. Эх, придется нам снова ехать в Стробери. Опять потрачу полдня. Ну да ладно. Опа. Ты чё? Я тут ехал. Опа. Кто? I got bit. Oh God. Oh, I need medicine or a siphon. Неожиданно. Окей. Oh God. Let's keep this between us. Oh, you saved my life. I owe you. Got that right. I do. I gotta get out of here. Неожиданная встреча, должен я сказать.
если будешь в порядке, дружок, пирожок. Что ж. А нам остается продолжать наше путешествие до Стропери, где Майка все еще сидит. Как не хочется его освобождать, но таков сюжет. И пока я ехал, снова попалась странная хрень. Лежит себе чувак странный. Ой! О нет, что это грустное письмо для Бонни? Я не могу его прочитать. Видимо, баг. О, сундук. Ром. Ну что, ему все равно это не нужно, а нам пригодится. Для хозяйства, так сказать. Что ж ты, друг. Я думаю, нужно сделать привал и поспать здесь немножко. Я думаю, никто против не будет. И нет. Позавтракали, теперь можно ехать дальше. А, надо убрать эту хрень. Да что ж такое. Сейчас быстренько его уберем. А то он вдруг еще забагуется, мало ли что будет. Свистит или мне показалось? А, тут чел едет. Ну шо, осталось не очень долго. Поехали дальше. Красотища. Was almost a meal there. Good luck to you. Watch out for yellow eyes. I will, friend. I will. Easy, girl. I'm nearly there. Эх, плохая шкура. Ну да ладно. Все равно купит. Я так думаю. А, тут совсем недалеко ехать. Интересно, пойдет сейчас что-нибудь еще по дороге? Знаете, чем-то мне сибирскую тайгу это место. А, чтоб я когда-нибудь эти сраные дилижансы с одного конца карты на другую вез. Пиздец. Этот чертов Шеймус, жадная сука. Мог бы и 40 баксов дать, или 50. Оу-оу-оу. Что тут происходит? Такой миленький домик. Чем-то отдаленно мне напомнил Ривервуд в Скайриме. Кто играл, тот шарит. О, ты газетки продаешь? Надо будет почитать на днях.
Так, что тут у нас? Метку надо убрать, мешать будет. Ну, здрасте, славяне. Как дела, друг? Okay there. You wear a blindfold when you're gazing at the mirror? You mind your business, I'll mind mine. Ой-ой, ему не нравится, видите ли, что у меня кровь на руках или что-то в этом. Это кто там такой сидит? Arthur. О, привет, старый друг. Hello, old friend. Had a good time, did you? You gonna get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. This wall just needs some good forcing. That's a крючок. Ага. Давайте попробуем. Yes. Hook that over the bars. See if you can pull them off. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Come on. Ну-ка. Нормально. Let's get out of here, come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. Не то чтобы мне это должно помочь, у меня нет банданы. Ого. Так, они меня сейчас убьют. Черт. Да, на ходу стрелять не очень удобно. Блин, мы отстреливаем обычных людей, помимо полицейских, мы просто зачищаем целый город. Серьезно?
any biker, it's Norman. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me, a man at Arthur. Something of mine. My guns. I showed him, and I'll show the rest of this town! You have really lost it this time! Жесткий флекс. Is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time... Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. Someone. I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. It's my way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a... peace offering. Bye now. Yeah. Выглядеть будет довольно эффектно, я должен признать. Да. Перестреляли полгорода. Ради какой-то херни. Серьезно. Можно было и по-другому. Освободить. И вообще не устраивать бойню. Просто свалить. Нет. Он начал устраивать пиздец. Ну да ладно.
Эта жесткая миссия кончилась. И наша серия тоже заканчивается. Она была насыщена дополнительными заданиями. И вот это задание в очередной раз преподнесло нам сюрприз. Перестрелку, довольно жаркую. Целое месиво городских, полицейских. Там опять какое-то задание виднеется. Я не хочу пока туда ехать. Поеду пока, переведу дух где-нибудь. Ну а вы подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро увидимся и услышимся. Прощайте, славяне.